Ребята, всем привет, всем здрасте, классного четверга. Это Федор, это Илья. Как всегда, мы с вами в эфире «Большой лов с юмором». Всем привет. Твоя должна была быть вступительная речь какая-то. Я не хочу. Я готов к 1 сентября. Я чувствую себя как школьник, смотри, как будто взял кредит на концтовары, вот купил. Не очень качественно. Ты не знаешь, что такое концтовары, да, судя по всему? Ну, по всей видимости. Ребят, потому что век 21-й. Что ты там, подожди, ребят, давайте послушаем, о чем мы разговариваем. Потому что 21 век, понимаешь, что дело? Сейчас все отказываются от тетрадей, от альбомов для рисования. Все вот в этих технологических успехах человечества. Вот. Ладно, друзья, всем привет. Всем привет. Привет всем фанатам Оксимирона. Вот. Они нас не смотрят, как будто да. Ты даешь привет. Я не понимаю. Фанаты Оксимирона, думаешь, не смотрят? Конечно, нет. А почему? Нас смотрит гнойный. Давайте выдавим его из эфира. Давайте. Итак, зачитай что-нибудь из Окси. Я не слушаю Оксимирона. И тоже я не слушаю. К сожалению. Ну ладно, тогда перейдем к положительным, позитивным новостям. Грядет, друзья, не за горами 5-я юбилейная реальная премия Music Box 2017. Пройдет она 23 сентября, где бы вы думали? В Крокус Сити Холл. Совершенно точно. Где еще проходить такому масштабному событию? Это, да, информация вообще. Меня... Потому что она у меня на планшете, откуда она у тебя в голове? Ты как дельфин по Wi-Fi? У меня звуки, их порт у меня есть. Хорошо, ИК-порт, да? Ой, боже мой, что-то я смешливый сегодня. Сегодня вообще какой-то день юмора от Федора. Да, день юмора. А почему сегодня день юмора от Федора? Присылайте свои смс на номер 5522, если вы считаете, что Федор смешной. Если считаете, что он не смешной, дозванивайтесь до нас по номеру 276-2949, код Москвы 495. И прямо в лицо... Можете костерить меня, как говорили во времена Инквизиции святой. Костерить эту красавицу, костерить. Вот, ладно. Так, давай, я давай. Бы хотел сделать полшага правее. Давай, я присоединюсь к тебе. Я раз уж мы делаем все вместе, то... Давай, читай. Да, давай дальше, мне нужно прочитать, ребят, мне за это не платят как раз. Вот, в этом году мы выходим за границы нашей атмосферы. Так. Музыка вселенной. Ты уже в Питере, что ли? Давай я прочитаю. Федор, боже, я друзья мои, после сегодняшнего дня уезжает в Петербург. Я уже уезжаю. Прям на свадьбу к своему другу, поэтому он уже готов. Ты сейчас полностью. Как будто я невеста. Гостями премии в этом году станут Ани Лорак, Нюша, Ольга Бузова, Ёлка, А-студио, Макс Барских, Валерий Меладзе, Анита Цой, Валерия, Стас Михайлов и группа The Parakeet. The Parakeet, все. The Parakeet. Хочу купить билеты без наценки. Их, где? Кстати, можно приобрести, где? По номеру телефона 8-926-033-3300. Последние цифры, повтори, 033-33-00. Это пензенское такси. 033-33-00. Унылое такое. А просто дороги там не очень, буха. 033-33-00. Ладно, друзья, а на самом деле хочется еще рассказать кое о чем. Сегодня 31 августа, и сегодня день блога. С 2005 года отмечается сия праздник, и мы пригласили соответствующих гостей. Но отмечать начали этот праздник пользователи... такого сайта, как Life Journal. Они узрели в названии латиницей блог цифры 3108, и поэтому вот в этот день все это и отмечается. И, конечно же, у нас есть чем нас порадовать. У нас яркие, энергичные, талантливые. Мы их выявляли, не знаю. Какие еще прилагательные знает Федор? Я сегодня не перечитывал словарь синонимов, поэтому... Блистать особо не буду, в этом плане на меня можно не надеяться. Но зато хотелось бы сейчас, чтобы восстановиться морально, попрощаться с вами до скорой встречи. Группа «Звери». Потому что группа «Звери» нам диктует. Твои подводки. Да, да, она обожает мои подводки. Все ж, друзья, смотрим «Зверей». Ребята, от зверей переходим к блогерам. Вот так вот мы вас удивляем. Эволюция. Звери-блогеры. Так, промежуточная так все и было. Часть ты пропустил. Ребята, сегодня у нас в гостях Маша Маева. Это я. Я думал, девушка у нас сладенькая, как бы вишенка на торте блогеров. Ну ладно. Антон Лав и Сергей Брокш.
Мы разделились упором, ты заметил, да? Да. Все отлично. Ребята, какие у вас яркие имена? Спасибо, спасибо, ребята. Да, отлично. Потрясающе. Я думал, что сегодня... Просто один человек бремя своей фамилии или имени не может вынести, поэтому они пришли втроем. Ну или почему они пришли втроем, мы сейчас и выясним, конечно же. Поздравляем, кстати, вас с вашим днем, день блога. Вы знали, что сегодня день блога вообще? Да, конечно. 5 минут назад. Уверены? У нас по старославянскому календарю все расписано, мы все чтем, знаем, так что... По старославянскому. Да, это же старая, исконно древняя профессия. С 2005 года. Live Journal. По-славянски написано. Когда клюквенная палка там. Клюквенная палка. Итак, ребят, мы продолжаем. У нас сегодня ведущий на выбывание. Я сегодня просто плохо выспался. Я ехал в поезде полтора суток. Ты в машине ехал. Что ты рассказываешь, Мави? Да, ребят. Да? Давай. Так, о чем поговорим? Не, ребят, на самом деле, я хочу просто стоять между двумя накачанными людьми сегодня. Давай, рассказывай. Это очень... Это обо мне идет речь, это бывает редко, Но я тебя охраняю, в отличие от того, пришел к тебе на Versus Battle. Ребят, рассказывайте, о чем ваши блоги? Вот мне о чем хотелось бы поговорить. Потому что я вообще ни черта не смотрел. Спасибо. Абсолютно. Вот если будем честными, мы вас тоже ничего не смотрели, так что 1-1. Слушай, раунд. Нормальная тема. 1-1. Они все-таки решили устроить версию с нам. Слава богу. Давай. Пока о чем блоги? О чем блоги? Значит, Сергей у нас занимает... Нет, ты рассказывай о себе, Сергей, значит, о себе, я о себе. Вот так вот. Хорошо, начнем с Маши. Окей, значит, начинала я с того, что купалась в ванне жидком азоте, обливала лицо жидким азотом. А, это ты была, да? То есть вот там... Да, в Инстаграме. Я вспомнил, да, там ходила такая... Да. Купалась в проруби, прыгала с больших высот и снимала иногда совсем ужасные лайфхаки. У меня вопрос сразу к тебе, что у тебя с Соболевым? Все про это спрашивают. Я не понимаю, к чему это. Соболев не сказал, что она горячая девочка, и она решила остыть. Он всего лишь столкнул меня в бассейн. Все. Всего лишь столкнул тебя в бассейн? Да. Все, ладно. Что у тебя с Соболевым? Он меня в бассейн, к сожалению, не толкал. То есть, получается, вы все-таки смотрели, да? А я посмотрел вот только ее. А знаете, почему посмотрели только меня? Целевая аудитория. Вот. Да. Я целевая аудитория Соболева. Ребят, меня обычно знают ребята, девчоночки вот такого возраста. Вчера ко мне в метро подошел 35-летний мужик. Карлик. Вот такого возраста. Высокий, и я испугалась, потому что думаю, что он от меня хочет. Он потом говорит, вы мама Маша Маева? Я говорю, ну да. Он говорит, а можно с вами сфоткаться? И тогда для меня был полнейший шок, что у меня есть люди, смотрящие меня старше 18 лет. Ну, есть в любом случае какой-то костяк и люди, которые случайно... Он просто хочет случайно украсть тебя. И связать и кинуть в багажник. Говоря, ладно. А я, в общем, ем доширак с зубочисткой. Кстати, ты составил... Наконец человек облегчил душу. Он составил сейчас хорошую конкуренцию Навальному. Недавно, который ест фотографию Навального, да. Как он ест доширак. Ты зубочисткой. Нет, он ест вилкой, но он может себе позволить. То есть, тут, да, тут такой. И я снимаю юмористический контент, шуточки, скетчи. Человек, который больше всего молчит. Да. Да. Так, ну, про что? Про юмор, про жизнь, то, что окружает нас, то, что нас смешит и веселит. А вы что такие официальные? Я ем доширак, а вы что-то какие-то. А потому что мы не едим доширак, это ты у нас такой. Мы можем себе позволить пряники, понял? Человек в политику метит просто. Через доширак в политику пришел. Поэтому серьезно. Только отмылся от зеленки в политику метит. Он на процентах от доширака, видите, как раскачанный. Спасибо. Я просто недавно начал ходить в тренажерный зал, и вот ты мой идеал. У меня в качалке висели раньше там постеры Ван Дамма, там, я не знаю, Шварценеггера, а у тебя постер под кроватью. Я приду в следующий раз в тренажерку и повешу твой плакат на входе. Если ты увидишь без футболки, поверь, он перестанет быть твоим идеалом. Ладно, ребят, вот честно, вы пришли в мир блогинга просто... Подожди. От безысходности или от чего? Задело меня. Задело? Да у него просто Сталин на груди, там нечему стыдиться, это нормально. Ладно, продолжай. Пришли в блогинг от безысходности? Конечно. Как и все. Конечно, вставать на работу в 7 утра, мы любим друг друга перебивать, да? Вот. Нет, давайте, ладно, все, нормально. Я давно хотел туда прийти. Так. Еще 3 года назад пытался прийти, но не особо получалось, и вот сейчас дошел все-таки. Как есть логика.
Во всяком случае, это лучше, чем сказал Иван Гай на эфире с Ургантом. То, что он делал открытки бабушке своей. Этот ответ намного логичнее и хорош, так что все в порядке. Шел и пришел. Спасибо. Мнение, мое мнение об Иван Гае ужасное. Почему? Вот давайте обсудим, у нас это рубрика. Это ошибочное мнение, сейчас объясню почему. Потому что это чувак, который жил в деревне и добился много чего сам, без помощи кого-либо. Так что он большой молодец. Достаточно растущий. Куча денег имеет, легко живет. Так что, а почему? Я нормально. Нормальный парень, молодец. Это он же пел в костюме бабушки? В костюме бабушки? Нет. Нет. Кто поет в костюме бабушки? А Комказавр, по-моему. А кто? Комказавр. Во! Это его. Да. Они знают друг друга. Я его не знаю, я просто слышал, это слухи. Ладно, на самом деле, давайте, чем вы занимались до блогинга, и почему вот, почему все так сложилось, что вы решили вот заняться этим? Я управлял, был управляющим в ресторане. Управлял, понял, что хватит. Хочется больше, знаешь, больше веселости, больше развлечения какого-то. Гонять людей, это, конечно, интересно, прикольно, дает опыт какой-то в жизни, но... Здесь же намного интереснее, не надо вставать в 7 утра, ты как фрилансер. Причем занимал административную должность, по сути, да? Да. До этого. Такой вопрос сразу навстречу. Недавно произошел инцидент, участковый тоже стал блогером, и его за это уволили. Смотрели, нет? Он просто собрал в кучу папки с делами, которые у него там, ну, скажем так, не закрыты, я не знаю, как называется, материалы, да? И просто говорит, как справиться с ними за одну секунду? Просто их выпнул за дверь, снял все, выложил в интернет, через 2 часа его уволили. Тоже, так сказать, пришел в мир блогинга, ну, открыл ногой дверь. Ты таким же образом ушел? Нет, меня просто уволили, и я понял, что надо... Ну, его тоже уволили! Я такой внимательный, просто интересно. Очень интересный фильм. Потрясающе. Да. Вот как-то так. Вот как-то так. Ну что же, шел, пришел, уволили, раз блогер. Все. 10 тысяч подписчиков или сколько? Или 30? Спасибо, да. 10 плюс 30 и еще можно накинуть. 18. Сколько? Да. 60. Все, такая простая. А у тебя сколько? А? У тебя сколько? Если тоже накинуть, то у нее 600 тысяч. Ну нет, если не накидывать, то у меня где-то 520 тысяч. Серьезно, слушай, даже... Почему те страницы, которые нам отмечали, которые смотрели, там по 15? Потому что надо смотрели Телеграм или ВК, а надо смотреть Ютуб. Вот в чем дело-то. Понял. Я с утра посмотрел Дудя, а надо смотреть их. Я молча, ладно, Антон. У меня очень богатая творческая деятельность была. Я, значит, был и КВНщиком. В какой команде играл? В очень известной команде. Ну, такой же, в которой мы играли, судя по всему, с Федей. Он как гнойный, не хочет сейчас их пиарить. Ну нет, почему? Известная команда называлась «Пара по парам». Мы ее так называли в своих узких кругах. Называлась команда «Друзья Олега». Ага. Вот. Также я играл в театре, отучился на режиссера, работаю ведущим. И вот так вот, впрочем, все накапливалось, как-то все вытекло. Сколько свадьба стоит? Свадьба 50 тысяч в среднем. А если не в среднем? Если в среднем, но зависит, где проходится, кто там женится у нас, сколько будет гостей. Ну, вы что, не знаете, подожди, что ли? Да? Человек меняет цену от количества гостей на свадьбе. Ну, это логично, кстати. Если у тебя будет 250 человек, то... Ну, татарская свадьба там совсем, конечно. Да, там чак-чак очень вкусно. Свадьбу за май будешь вести. Конечно, там подороже, там тройная наценка. А что за режиссерское образование? Где ты заканчивал? Что заканчивал? По образованию режиссер спортивно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Учился я в ГУКСМИТе. Очень все сложно, очень длинное название. Да. Какие вы сексуальные ребята. Спасибо, ты тоже ничего. Дело сделано, в общем. Прикройся, Маша, они же на тебя смотрят. Итак. Или ты прикройся, не знаю, куда они смотрят. У нас всегда так весело. Да. Ты просто не пересматриваешь. Я тут общаюсь с гостями, давай. Вопросов нет. Не, ребят, на самом деле, нет, подождите. Ну, правда, у нас как-то с вами есть какой-то... Контакт. Искра в глазах. На самом деле, ты ведущий. Да. Помимо блога, чем ты занимаешься? Тренирую детей. Чем? Чему? Чем? Чем тренируешь? Каким частью тела ты тренируешь детей? Что? Акробатика? Ты гимнастка? Нет, я не гимнастка, я акробатка. Гимнастика. Чем отличается акробатика от гимнастики? Гимнастика – это булавы, так. Обруч, шар,
Был... Растяжка. Это гимнастика? Ленточки. А акробатика это там, где... Сальто. Сальто, фляги, прыжки. Ты можешь нам продемонстрировать сальто? Нет. Слишком мало места. Нет, не слишком мало места. Я не в спортивной форме, я просто не согнусь. У меня вот максимум мой сгиб сейчас идет. Все, я просто хотел сейчас вызвать ее на батл. Я тоже могу сделать сальто. Он же партнер. Давай, давай. Давай, ты делай сальто. Подними нам рейтинги. Мне слишком тяжело сгибать ноги. Да. Слишком тяжело. Блин, как-то странно все, ребят. Нет, знаете почему? Потому что вас трое, и хочется поговорить о каждом отдельности. Ну так давай о каждом отдельности. Давай о каждом. Начинаю с Брокша. Да, Брокш. Да. Почему у тебя такая фамилия? Это фамилия или псевдоним? Попался, не хотел. А если вы еще спросите, сколько ему лет, вы вообще его убьете просто. А я знаю. Он ему 18. Он... Сколько? 18. Ну я знал, я хотел сказать. Вот видишь, все хорошо. Только ему не 18. А сколько ему? Не поли. Ему 20. Сколько тебе лет? 21. 21? Еще юный. Ну, а как? Уже, кстати, заметь, каких успехов добился. А как 21, ты работал в 21 год управляющим? Я пришел изначально официантом, и так получилось, что потом поднялся до менеджера, и в итоге... С чего ты начал снимать свой блог? Ну вот, как ты решил, что надо снимать блог? Вот снял первое видео, да, и сразу очень много... Первое видео у меня было летсплей, когда я пересмотрел Куплинова, но это было записано на iPad, и вместо штатива у меня были коробки из-под обуви и кастрюли. Я этого не знаю. Да, бро, ну... Эксклюзивчик, ребята. Видео. Эксклюзив, закрыто. Да, эксклюзив. Зачем? Потом я посмотрю. Зачем так Сколько посмотреть? Просмотров 100. Было? 100 просмотров. Да. Слушай, это успех на самом деле. Спасибо. Не, реально, 100 просмотров для первого раза это неплохо. Ну вот я повыпускал. У Ли столько друзей даже нет. Это правда, я вот. Потом забросил, потому что 100 просмотров, ну кому надо, накрутил себе 500 подписчиков и сидел. Накрутил? Ну конечно. Сколько заплатил? Вот, друзья. Я не помню, рублей 500, может. В каком году это было? Давно. Давно было? Ну и? Ну, в итоге ничего не получилось, потом я попробовал снять DIY, думал, что это сейчас фишка. Что снять? DIY, сделать своими руками. И что ты делал? DIY. Просто у нас не очень разная аудитория, поэтому для наших телезрителей нужно разжевывать, чтобы аббревиатуры... DIY — это типа лайфхаков. Лайфхак — это уже нам знакомо, это нам уже знакомо. Ближе. Чем что? Что за лайфхак ты сделал? Я сделал желе в дыне, которое не получилось. Что? В дыре что? В чьей? Желе в дыне? Пришла ко мне девушка. Опа, принесла дыню. Взял дыню, залил звучит, туда слушай. Желатин. Так. И должно было получиться желе, но... Не получилось. Не получилось. А девочка при чем? Она дыню принесла. Знаешь, великая доставка дынь. Окей. КВН просто, да. Это было давно. КВН не отпускает никого. Это нормальная тема. Ты уже заметил, по нам тоже. Друзей стоит. Это адекватно. Свадебки, все вот это вот, понимаешь, да. Это прям отпечаток оставляет на людях. Что ты на меня так смотришь, что мне убить хочешь? Так, окей, и потом что произошло? Ну и в итоге не зашло, а потом я прошел кастинг, все получилось. Куда прошел кастинг? Wild Jam. Что за непонятные аббревиатуры сегодня у нас? Зря ты так. Что за Jam? Это то помещение, где учат варить желе в дыне? Подвальное, да. Не, реально, что это за кастинг? Wild Jam — это агентство по работе с блогерами и продаже им рекламы. Вот, это самое топовое агентство в России, где очень-очень много топовых видеоблогеров, у которых больше миллиона подписчиков. Мы просто не учили текст. То есть вы должны были сейчас рекламу сказать, да? Так, вы все... это уже было сделано. Девушка, как правило, самая ответственная, вот она к этому вопросу. Это отлично. Так, давай об агентстве тогда отдельно поговорим. Мы все... Я понял, что вы все представляете, да, это агентство. Рассказывайте, что это за агентство, как оно появилось, потому что у нас огромное количество телезрителей, которые хотят тоже стать блогерами, тоже хотят приходить. К чему же стремиться? Вот, чтобы сразу привлечь ваше внимание, помимо нас в это агентство еще входят такие популярные блогеры, как Соболев, Гусейн Гасанов, да. Мадам Кака. Угу. Какие? Тимур Сидельников, Дима Масленников, Лиз ТВ. Угу. Так, что из этого? Миллионер. Из этого сейчас не о подписчиках. Мне знакома фамилия Соболев. Да. Уже хорошо. Гусейн Гасанов. Гусейн Гасанов знаком. Да, в честь кого-то отрастил бороду. Да. Ага. И мадам Кака. Мадам Кака, отлично. Потому что... Это в честь этой девушки. Ты потому даже что... кое-что делаешь. Да. Я видел... Потому что она была на эфире Comedy Club. Да, я просто был тоже на этом эфире, и я видел ее. Издалека подглядывал. В общем, как зародилось агентство? Давайте, да, об этом. Канал Лист ТВ, Макс Прант и Костя Павлов.
и бывший, кто он там? ВКонтакте. Бывший полковник. Если бы нет. Ярослав Андреев раньше работал ВКонтакте. Ну, все его знают, как эльф-торговец. Да, да, эльф-торговец. Смотри сериал. Ладно. Ну, как аккуратно. Он же спонсировал сериал «Теорию большого взрыва». И как я встретил Машу, вашу маму. Хорошо. Встань, пожалуйста. Как я встретил Машу, вот тоже, кстати, интересно. Интересно. Я на подхвате, братан. Я за твоей спиной. Так вот. Они втроем создали Абрикос Медиа с первого агентства. Так. Там они помогали расти начинающим блогерам. Вот, после чего создалось агентство Wild Jam, где уже, ну, достаточное количество блогеров, и очень хорошо мы развиваемся, уже за год очень больших успехов добились. Но смотрите... А в чем заключается? Подождите, ладно, давай. Успех блогера — это количество подписчиков, количество денег, которые вы зарабатываете, это качественный контент, чем оно... Ну, все в совокупности. Все и контент, и просмотры, и подписчики, и привлечение рекламодателей. Вот как бы ответил, в общем, ответ крылся в вопросе. Ну смотрите, Соболев, Мадам Какая и Гусейн Гасан. Мы сейчас всех не вспомним, потому что... Окей, и Мадам... Им просто нравится Гасан, называть. Да? Три фамилии, которые я Мадам знаю. Мадам Какая. Они, насколько я знаю, добились всего сами. Без помощи агентства. Ну да, и, да, да. Да, и потом уже произошла какая-то коллаборация вместе с ними, и они вошли в состав этого, нет, грубо говоря. Нет, они находятся в агентство. Агентство ищет им рекламу, повышает, окей, им. Грубо говоря, это как лейбл. Mm-hmm. То есть есть лейбл Black Star, Ghost Gold, это то же самое, Wild Jam, это как ютуберский лейбл, если грубо говоря. Контент придумаете сами или общий штурм у вас происходит мозговой? Ну, смотрите, как есть. Мы друзья все. Это и я иногда понимаю. Между собой делимся идеями. Ой, чувак, о чем мне снять? Помоги, пожалуйста. Если есть какая-то идея, мы друг с другом ими делимся и помогаем этим. А бывает такое, что... Отлично. Слушай, я предлагаю сейчас немножечко... Они говорят, что не все друзья, немножечко их поссорить. Посмотрим, вообще, может быть, это привнесет интригу в наш эфир. И посмотрим музыкальный клип. Договорились? Какую музыку предпочитаете? Пицца. Группа Пицца. Как? Группа Пицца. Поставьте Тает Лёд, все уйдут. Отлично, мы поставим что-нибудь свое. Итак, смотрим. Что же, модный, стильный, молодежный Ти-фест, я думаю, нашим зрителям понравилось. Какие ты слова говоришь? Все, у тебя кровь пошла, да? Да, пошла. Все отлично. Внутрь. Ребята, у нас для вас, для Маш, для Маш в частности. О, для меня. Маш. Неужели? Ну-ка. У нас есть один наш партнер, это салон красоты Олеся. Если ты хочешь стать еще лучше, еще женственнее, позаботься обо всех деталях внешности. Куда ж еще? От кончиков ногтей и волос до стройности фигуры и свежести кожи, как у Антона. Запись на процедуру по номеру 8-495-603-2794, либо на сайте salonolesia.ru. Salonolesia.ru. Стань красивым, как Антон, Маша или Саша, но только Олеся. Саша. Да, он Саша, ты его не Саша. Тем более. Для рекламы я буду Сашей, хорошо, заплатите. Итак, а у нас... Что, сертификат на 5000 рублей, у нас есть рубрика, мы разыграем в этой рубрике как раз этот сертификат, друзья, и вы можете воспользоваться этими услугами, стать еще лучше, поухаживать за собой. Ну и, конечно же, внимание на экран. Вас к этому не должны были готовить. Итак, ну, Илья, давай. Мой вопрос, ребята, да, уважаемые телезрители, если вы знаете правильный ответ, звоните нам по номеру 276-2949, код Москвы 495. Правда ли, что первое животное, побывавшее на Луне, черепаха? Паха. Черепаха. Правда ли это или нет? Ребят, как вы считаете? Это все ложь. Первое животное, ладно, жесткая шутка. Давай, давай. Первое животное, что побывало в космосе, это жигурда. Бум! Есть!
Плюс 20 тысяч подписчиков. Ну давай, все, тебе больше не нужен лайнер. Ребят, звоните, пишите, отгадывайте. Мы непременно наградим того человека, который будет близок к истине. Что же, ну а мы продолжим нашу беседу. Мы обсуждали контент, да, который... Нет, мы обсуждали контент, мы обсуждали... Который ребята пишут, делают они это вместе. И тогда слушай, бородач... У нас звонок на рубрику сразу, ребят, извините, все вопросы откладываем, потому что мы получаем уже ответы. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы нам звоните, что думаете по вашему вопросу? Меня зовут Катя из Москвы. Катя из Москвы, класс. Что вы думаете по поводу вопроса? Согласны вы с нами или нет? А повторите вопрос, пожалуйста. Ну, с этого и начнем. Правда ли, что первое животное, побывавшее на Луне, не просто в космосе, на Луне, я подчеркиваю, черепаха? Как вы думаете, это правда или нет? Или это ложь? Я думаю, что это ложь. Это думаете, что ложь. Ну что же, вы узнаете ответ в конце нашего эфира, так что смотрите с пристрастием, с особым интересом. Оставьте номер телефона свой нашему режиссеру. Да, не бросайте трубку. Вот, а мы продолжаем вас радовать беседой с нашими гостями. А можно передать привет? Привет, конечно, передавайте привет. Привет, Макс. Маша, Майя, я тебя смотрю. Тебе привет! Маша, а тебе аудитория? Это как раз вот тот человек, которому 35 лет, и встретил тебя в метро. Он говорит, как издалека начал. Мы шутим, мы КВНщики. Спасибо за звонок, звонить нам еще. Смотрите Машу, подписывайтесь на нее, агитируйте подписываться на нее своих друзей, мам, бабушек и односельчан. Из Москвы, а не сейчас из Москвы. Москва большая деревня, мне так папа говорил всегда. Вопрос такой у меня. Я забыл. Ничего страшного. Вопрос по поводу написания контента. Бывает ли какой-то ступор у вас? Вот прям вы вообще не знаете, что придумать. И как вы с этим справляетесь? Потому что вот у меня бывает. Скажем правду про референс, да? Про что про референс? Я скажу даже так. У Ильи настолько бывает, что у него вообще сейчас еще нет контента. Не может выйти из ступора еще. Да. У меня был, но он куда-то пропал. Да, все. Бывает. Бывает. Какие односложные ответы. На самом деле, как это, как у меня это происходит? Перебью, ладно? Да, конечно, пожалуйста. Я, если ничего не могу придумать, вот опять же, пишу друзьям, они мне помогают найти что-то. Пишу коллегам по работе, тоже помогают. Что-то найти, это что? Ну, это найти что-то контент, запрещенное? Контент. Контент, как говорит один классик. Вот. А обычно просто залипаю контент. В YouTube, какой-нибудь ролик смешной вижу, либо переделываю его, что-то более интересное, либо просто цепляю за какую-то идею, и ты... целиком все другое происходит. Другой процесс совершенно. Ты как Филипп Киркоров, делаешь ремейки, да? Знаешь, что Филипп Киркоров стал блогером? Кирилл Приколов он. Вы знаете, что Саша Грей стала блогершей? Она давно уже в интернете стала. Там уже другие видео, там уже на YouTube, там все. Там уже смешно, понимаешь? Наконец-то она заставляет людей получать удовольствие иным способом. У вас огромное количество людей находится в агентстве. Да. Дружите только вы втроем. Почему к нам не пришли больше? У вас места мало. Завтра придут еще. Завтра придут. Нет, на самом деле, вы реально вот в жизни друзья или вы только вот в агентстве? Там, типа мы друзья. Ну, общаемся. ВК даже смайлики. Даже со скобочками. Даже со скобочками. Ждуна отправляется друг другу в ВКонтакте? Конечно. Какой ты двоякий смысл. Ждуна отправил. Отправил ждуна. Надо записать. Нет, серьезно. Так, вопрос тогда такой. Вопрос вот к тебе, да. Антон. Ты что-то вообще молчишь, стоишь всегда? Я даю ребятам... Он генерирует шутки. Давай, давай к тебе. Твой первый блог был о чем? Самый мой первый блог, это были близкая вам тема, связанная с КВНом. Так. Был замечательный такой конкурс, видеоконкурс на КВН, так. И я писал туда. То есть также делал скетчи, снимал клипы. Мне уж тогда говорили, вот это будущий клипмейкер Егора Крида. То есть было настолько все хорошо. Mm-hmm. Ну, мне так говорили, все правда. Ты уверен, что говорили настолько все хорошо? Да. Я не знаю, как говорили, настолько это все правда или нет, но так говорили. Так. Вот. Были юмористические видео на КВН, и потом я уже начал снимать типа влоги, но это как бы обзор дня мероприятия с фестиваля красок. Потому что там все красиво, красочно, и это все снимал. С фестиваля... Сочно, да. Мощно, как говорит один. Да. Рэпер. Рекламирую свою еду, которую он сам ест только в рекламе. И сколько было просмотров
первый, вот, как, вот как только ты нажал кнопку за, как, залить, я не знаю, как это? Да, да, так загрузить. Залить, когда да? я только загрузил, было ноль. Было ноль? Но я просмотрел, был один просмотр мой. Mm-hmm. Со временем там около, наверное, 1000 или 1500 собрало. Со временем какое, какое время? Какое время прошло? Ну, за недели две, наверное. Ну, за... примерно. Нет, слушай, это серьезно. То есть я не вычислил, примерно так. Да ладно? Нет, да, 1500 за две недели. У меня 40 тысяч было. Тебя столько людей не видят вообще. Просто в жизни. Ладно. Жесткие мы. Все, да. Что ты угораешь? Все, я молчу. Олеся. 5000 рублей. Как проходил кастинг в агентство? Потому что я бы тоже... Попробовался. Ну, конечно, да. Пришел, рассказал о себе. Вот. А ну, где, тогда... где вы узнали о кастинге? Ну, в общем, на канале Лист ТВ вышел ролик, mm-hmm. то, что проходится кастинг на видеоблогера. Смотри, как он. Ты перебил его. Ты перебил его. Просто была очень затяжная пауза. Он уже играет ноздрями. Нормально, нормально. Поиграй еще ноздрями на камеру. Так. Итак, был кастинг. Там было 3 отборочных раунда. Все мы проходили по 3 раунда. То есть мы... прошли в разные периоды. То есть мы с Машей были в одном кастинге, Брокш пошел чуть-чуть позднее, да, второй поток. Там было 3 раунда. Как поступать в университет? Ну, да, да, так и было. Так и было. Да, также сдавали ЕГЭ, показывали, что мы можем. Да. ЕГЭ по блогу. В общем, по где-то в конце... 2000 человек, ага. прошили только мы. Вот. Там. Только вы, если втроем? Вкратце, да. Втроем, если вкратце. Но мы не в команде находимся, то есть у нас у каждого свой блог. У каждого своя жизнь, свое видение. Да, да. Да. Понятно, все понятно. Это уже все поняли. Происходит. Да, 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 дружим, да, на даже тому, кому 45. Одноклассник. Так, и вы из 2000 человек отобрали вас. Тебя понятно, ты красавчик. Ты сразу так вот. Ты ему потом номер телефона сказал. Я женат, ребята, все нормально. Ну это не мешает. Нет, ну ладно. Так, а какие, нет, реально, какие были задания, тесты, что это было вообще? Рассказать о себе. Я, и кстати, все... когда приходил на кастинг, Машка там сидела, вот я прям запомнил. Так. Там сидела человек 6-7, у меня тряслись руки. Надо было рассказать о себе, потом дали предмет, нужно было его как-то прорекламировать. Она подняла палец и сказала, смотри, это типа камера. Попробуем. Но им за это не платили, платят за это нам. Нам тоже платят? Да. Давайте на троих разобьем или что? Нет, давай ты один. Ты один, да. Смотри, снова кастинг проходит. Да, снова кастинг. На юмор, у нас есть... Ребята, пока вы мешкаете, у нас есть ответ на вопрос. Внимание, слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. И, конечно, откуда вы звоните? Меня зовут Кирилл. Я живу в Новосибирске. Тоже удивительно. Кирилл из Новосибирска. Сколько вам лет, Кирилл? 11. О, вы у нас юный эрудит. Что ж, приятно с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, я повторю вопрос. У вас есть время взвесить все за и против. Правда ли, что первое животное, побывавшее на Луне, черепаха? Как вы думаете, это правда или нет? Да, это правда. Я вроде где-то читал. Вы читали? Да. Только что на Википедии? Не на Википедии. А где? Слушайте, Кирилл, вы молодец настоящий. Ответили вы верно или нет? Я, пожалуй, пока вам не скажу. Смотрите, финал, ждите на финал нашего прямого эфира. И оставьте номер режиссера. Привет. Что? Придать привет, конечно, можно. Мне только хочется сперва спросить. Кто ваш любимый блогер? Нет, даже не это. Как он распорядится подарочной картой салона Олеси на 5000 рублей, если выиграет? Как часто вы бываете в Москве, Кирилл? Что? Как часто вы бываете в Москве? Не знаю. Ладно, вы этот сертификат... Родители ваши приезжают в Москву? Ну да, приезжают. А кем они работают? Юристом. Мама работает, а папа электриком. Спасибо, смешно, если что, вы нас засудите. Передавайте привет, пожалуйста, не могу вам перечить. Передавайте привет. Кому передаете привет? Можно передать моему любимому блогеру Антону Лав. Воу! Это моя аудитория, да. Да, кстати, скажите, пожалуйста, Кирилл, какой вайн, либо какая работа вообще в целом вам больше всего нравится? Что нравится в работе Антона? Не учил. Мне нравятся типы людей. Например, типы людей. Веселей или нет? Или нет? Нравится или нет? Ну, спасибо вам большое. В общем, не бросайте трубку, поговорите с нашим режиссером, и он, конечно же, вам скажет, победили вы или нет, может быть, а может быть, что-то еще другое скажет. Ну, в общем, да. Спасибо вам за звонок, а сейчас мы уходим на музыкальный клип, и, конечно же, после этого продолжим нашу увлекательную беседу. Ребята, не переключайтесь.
эфире. Да, Доги-Доги. Это... Что же, это название группы, как оказывается. Я думал, ты мне что-то предлагаешь. Ну ладно, нет, все, ничего тебе не предлагаю. Хочу, я тебе действительно, если ты хочешь кого-то предложение, я хочу объявить уже победителя. Все-таки нет у меня. Давай. Закончилась терпелка. Все-таки вот Кирилл, кстати говоря, мудрец 11-летний, с богатым жизненным опытом, который перечитал не один фолиант с массой знаний, он все-таки оказался прав. Действительно, первое существо, животное, зверь, не человекоподобный, рептилия, который бывал на Луне, это действительно черепаха. Друзья, знайте это, вызубрите это и никогда не ошибайтесь. Теперь больше. Кирилл пойдет теперь в салон красоты. Теперь Кирилл, видимо, отправит маму юриста на маникюр в Москву, что ли, получается. Получается, да. Вот, чтобы она вот так вот, как Олеся выглядела. Все, возвращаемся к нашим ребятам, вот, которые, я не представляю, ребят, как долго вы так стоите, мы успели присесть, а вы все стоите, не шелохнетесь. Сколько как вас сил? Так да, как по... Вот молодцы какие, держит марку. Вопрос, Илья. Сколько времени примерно занимает написание одной идеи или сценария к вашему блогу? Все от идеи зависит. Может быть, вообще не будет сценария. Моментально прийти, и ты сразу все распишешь, а можно там дня три выдумывать, писать. Периодичность должна же существовать. Выходные? Не знаю, я чисто вот столько, сколько ролик на зарубежном ютубе длится, вот столько и занимает написание идеи. Что? Я твою мысль понял? Да, объясните, расскажите. Короче, он смотрит западный контент. Ага, думает, какой классный ролик, сниму-ка я его. Посмотрел, если... Вот оно что, ремейкер тоже, ремейкер. Получается, ремейкер. Да. Все вот так, запад как Киркоров. Киркоров, Кирилл Приколов, вот этот вот. Но Кирилл Приколов, то он, кстати говоря, понимаешь, здесь берут западный контент, делают его отечественным, а этот парень берет молодежный контент и делает его, скажем так, возрастным. Вот в чем суть Кирилла Приколова. Вот к чему я хотел. Они не поняли. Вы знаете, да что теперь ты нам объясняй, как я тебе объясню. Да. Филипп Киркоров сделал страницу в Инстаграм и назвался Кирилл Приколов. Серьезно? Да, серьезно. И делает контент теперь. Не знаю, Федя смотрит, подписался, но он и самый возрастной из нас. 45, это не шуточки. Ничего сказать не могу. Ну реально, сколько... Это Ургант его, да, надоумил после? Его? Да, и... Тебя на что-то надоумил Ургант? Не, на самом деле, ребята решили омолаживать аудиторию, вот, ну, в смысле, Галкин, Киркоров, Пугачева, чтобы понимали, они с вами конкурируют? Как вы чувствуете? Дыхание в спину есть? Мы вообще их не знаем. Ну, вот, мы дыхание не чувствуем. Дыхание с их дворца, вот, Галкин и Пугачев, кто не слышится, не додувает пока. Не додувает. Не додувает. Им надо дуть. Не должен прийти. Галкин должен дуть. Галкин. Вряд ли к нему дуть придет, он не настолько интересен. Периодичность у вас есть же какой-то там, не знаю, там план, как часто должны выкладывать видео, стучаться ли к вам, не знаю, там в личку, там в директ, или я не знаю, как-то еще пишут сообщения, ваши пользователи, ну где желанные ролики, ваши симпатичные мордашки, ваш юмор, не знаю, ваша уникальность. Про него? Боже мой. Чувак, здесь еще одна ничья. Машка, вы поменяетесь. Он похож на актера, который играл в «Кадетстве». Заметил? Да. Все тебе говорят об этом? Да. Из его уст это комплимент. Из его уст это комплимент. Перепечка. Он на перепечку. У него в машине иконки висят. Вот такие только актеры с «Кадетства». Аккуратнее, да. Маша, по-моему, вообще загрустила. Она не смотрела «Кадетство». Где я вообще не смотрела. Так и периодичность. Ладно, периодичность какая есть. Вас подгоняет ли ваш креативный подписчик? Да, ваш подписчик вас подгоняет? Конечно. Спасибо. Это доказывает то, что все мое словоблудие, оно не просто так, потому что ответ будет молниеносен и краток. Итак. Мы экономим творческую энергию для роликов. Ну, сейчас выйдут и как заснимут 12 вайнов. Почему 12? А почему вайны? Сейчас они тебе за вайны? Да не, блин, я не знаю, я уже привык. Я такой человек старовер. Я как выучил одно слово, переучить меня сложно. Ему 45, когда вот вайны. 45, и это только верхняя часть тела. Ой, как плохо. Ну так, ребята. Ну, в общем, где-то два ролика в неделю. Ну, нет.
Ну вот, видишь. Ну, а, Маш, у тебя сколько роликов? Сколько роликов? Вообще у меня 7 роликов в неделю было. Каждый день. Каждый день? На протяжении... Не в ноябре, у нас еще вначале больше было. А, да, 2 раза в день выкладывали ролики раньше. В общем, 2-3 месяца я выкладывала ролики каждый день вместе с Антоном. Вот, потом мы поняли, что эта тактика уже недействительна, надо выкладывать реже. Начали снимать. Почему она недействительна? Недействительна, потому что не успевают люди посмотреть все, им надоедает очень много роликов, но каждый день смотреть. То есть они, для них должно быть это желанным. И мы решили то, что мы хотим повысить качество, но сделать их... Реже, но лучше. Реже, но лучше, да. Вот, и сейчас где-то выходит 3 ролика в неделю. Три ролика в неделю? 3 ролика в неделю и длительностью где-то 5-7 минут. Так же, как на что снимаете ролики? Ходишь в тренажерный зал? На камеры хорошие. Nokia. Для просто... Есть понятие, да, вот на что снимать. Все думают, что все блоги, все снимается на iPhone. Да, на iPhone снимают. У меня, кстати, вот самый популярный ролик, он снимался на iPhone, на фронталку. И тут как бы на самом деле не зависит от качества, если ребята думают, о, у меня нет нормальной камеры, у меня только iPhone, мне не на что снимать, на самом деле все фигня, можно снимать на что угодно. Главное начать. Да. Главный посыл творчества. Все вайнеры... Но в итоге вы стали людьми, которые зарабатывают на этом. И на что вы снимаете? Какая камера хорошая? Зеркалка? GoPro? Зеркалка, да. С VHS-кассетой такой. И мужик с усами просто в комплекте шел. С канала. Еще, знаешь, там не с первого, а с Маша прослушала, что она не понимает нас. Мы вернемся, Маша, мы вернемся. Погодь. Так мы делаем. А делаете ли вы встречи с подписчиками своими? Фан-встречи, да? Как да, это так называется? Да. Туда вопрос, да. К Маше, да? Вот я постоянно приходит на эти встречи, но блогеры не приходят. Вы смотрели... Смотрели по-любому. Человек ждал Николаева. Да, вот да. Я также жду какого-нибудь блогера на фан-встрече. Игорь Николаева ждал человек, да? Теперь ты тут пришла с Олежкой, да? Я нахожусь между двух фронтов. Зачем? Федя, помолчи. Здесь холодный фронт, понимаешь? Я так полагаю, что Маша чаще всего из вас делает фан-встречи. Нет, я делала всего один раз, это было в Нижнем Новгороде. Я в инстаграме с другой блогершей объявила о том, что вот в этом месте, вот в это время мы придем и встретимся с вами. На тот момент у меня в инстаграме было всего 16 тысяч подписчиков. И пришло, и объявила я за сутки, пришло где-то человек 10. От общей суммы человек 30 пришло. Ну, кто девочке больше пришло. А в Москве еще не делала, потому что еще надо придумать, как, чем развлечь детей и так далее. Детей? Ну, нет, 11 лет звонил человек. Больше аудитории, конечно же, дети. А, ребята. Тебе ли не знать? Ну, мне с этим мы же были на... Извините, мы были просто так случаем попали. На форум или как это, съезд? Нам дали бесплатные билеты на какой-то форум блогеров. Выиграли, ты выиграл их. А, выиграл где-то, да. Селфи-баттле. С каком-то там... Приложение да, было, в общем, Мы пришли, думали, сейчас там дружко, и там просто были вот... Да-да. Мы с батьками там тусили, где родители вот такие, не понимают, что происходит. Вот, так, ребят, что касается вас. Так вот, да, я хотел сказать, что мне повезло. Так я веду фестиваль как раз, там, ну, контингент в основном лет 15. Холли, который называется. Ну, фестиваль как раз в России называется. Холли это что-то там где-то под Казани. Ну, в Индии, Казань, там рядом, да. Вот, и так там. Два места на планете всего лишь. Зря иронизируешь, да, где у них там Холли. У них чартерный рейс, Казань, Индия. У них портал. И вот среднее количество людей, которые туда приходят, это где-то 1000-2-3 человек. 1000-2-3. Вот, да. И большая часть как раз либо меня знает, либо узнает. И вот это и... Ну, то есть ты убиваешь двух зайцев одним выстрелом. Трех зайцев. Да. Это как человек, третий, который приходит на свадьбу и отмечает на свой день рождения. Есть такие, да. Есть такие, да. Прикольно. А я нет. Да. Ну, как бы хорошо, что дал ответ. Митинги запрещены просто. А вот смотрите, касая... Ну, ты в перспективе не планируешь, зачем это надо? Проблемы с законом, политикой. Да, мы можем видеться в интернете. Конечно. Да, окей, лайф, там вот этот Инстаграм, Инстаграм, лайф. Все. Я не понимаю, о чем говорить. Просто мы меланхолично беседуем. Я хотел спросить насчет выбора. Вот вам сейчас, смотрите, обожаю эту игру.
Вы популярные блогеры. Два стула есть? Да. Нет, один стул и два выбора. Вы популярные блогеры. У вас много подписчиков, да, скажем? Это уже нравится. Это им нужно представить или что? Да, представить. На самом деле. Нет, ну, скажем, у вас по миллиону подписчиков. Что? Ей не нужно представить. Сколько у тебя? Нет, ей нужно представить, что от него 100 тысяч отписалось. Представь, что от тебя отписалось, у вас по 900 подписчиков. Тысяч. Всего. Давай, третья попытка. Унижай нас еще больше, давай, 900. Быстрее. По 3 миллиона подписчиков. Ну, ничего себе. Хорошо, так. Нормально, да? Да. Нормально. И тут вам приходит предложение от федеральных телеканалов и говорят: ребята, вот у нас есть новая программа, мы хотим подключить блогеров. Что вы выберете? YouTube. Почему? Потому что сейчас YouTube перегоняет телевидение. И телевидение вплотную начинает работать с YouTube, так что это уже... Приведи пример. Что привести пример? Плотно... Пусть говорят, они постоянно требуют привести к себе блогеров, и вокруг них раздувают автор хайп. Автор жжет, который, да? Не обязательно автор жжет, господи, они вон Соболева звали. На любой передаче сейчас можно встретить блогера. Вот у нас ходили два человека, уже на «Пусть говорят». Это уже в тот момент, когда Малахова уволили? Или... Нет, да, я да. Он был, когда был Малахов, он был после Малахова. Когда уже уволили. Ты, боже мой, ты между двух эпох! Историческое событие! Ребят, ладно, в общем, к сожалению, нам приходится завершать наш прекрасный сумасшедший эфир. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы вы сейчас прорекламировали свои каналы, позвали подписчиков, ставьте пальчики вверх, лайки. В общем, ссылка в описании. Лайк. Прости. Ладно. Это было какое-то заклинание просто сейчас. Ну так, и, соответственно, ваше агентство всегда открыто к предложениям? Конечно, всегда. Да? То есть, вот ребята, которые сейчас нас посмотрят, они смогут написать, отправить, там, я не знаю, письма, голубей, iMessage, все что угодно, ваше агентство. Да. Пожалуйста, вот красненький огонек, вторая камера. Пожалуйста, ребят. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Там очень мало подписчиков, меньше, чем у машины. Почему стал поляком? Я не умею по-другому представляться. Спасибо. Я? Давай ты. Маша Маева, подписывайтесь на мой канал. Ссылочки в описании нет. Я жду вас. Антон. Ребятки, ищите на YouTube, на всех просторах социальных сетей наши замечательные каналы Брокш, Маша Маева, Антон Лав. Также обязательно смотрите это замечательное шоу. Будь на юморе, да-да-да. Будь на юморе. Они даже не знали, куда они идут. Просто ребята загородили. Я вижу Бу, думаю, что там за Бу. Думаю, что же. Будь на юморе, смотрите, тут классно, весело, ребят крутые, мы тоже. Антон крутой, Антон Лав. Антон Лав, это просто... Ну, Брокш, конечно. А то себя мало. Ты дотронулся! Как это было? Ладно, друзья, всем спасибо большое. Прощаемся с вами, но мы не прощаемся. Илья и Федя остаются. У нас будет еще гость. Будет очень вкусный гость. Прям отвечаю. Здесь польский, здесь какой-то другой акцент. Вот. Сейчас много музыки. Ну и, конечно же, много интересного впереди. Ребята, все. Чао, какао. Бау-бау-бау! Ребята, мы вновь в эфире! Как только тебе удается подбирать слова! Джимбо-джамбо! Бинго-бонго! Хей-хей! Ладно, это Федор, это Илья, мы по-прежнему здесь, а сегодня у нас в гостях Алена Орлова. Алена Кейкс, друзья, это компания, которая делает ваш мир, ваш праздник еще слаще, вкуснее и красивее, что примечательно, потому что это настоящий шедевр, произведение кондитерского искусства. It's magnifique! Здравствуйте! Спасибо! Нет, на самом деле, если вы обожаете сладкое, подписывайтесь на Инстаграм. Все найдете там, можно там все заказать, да, у вас? Да, там, конечно. Да, конечно. Я вот смотрю, у вас, кстати говоря, много ценителей вашего творчества. Аж сегодня день блогинга, поэтому мы, как люди, которые любят подсчитывать все и смотреть, и измерять все в цифрах, 26,5 тысячи подписчиков. Каким образом вы такую аудиторию привлекли? И лайки, комментарии, просто с ума сойти.
Это все заказчики или это просто ценители ваших работ, которые... Да, это довольно-таки просто было. Мне кажется, это люди, которые просто любят поесть. Любят поесть, значит, просто. Что же, вы готовите, как вот ваша студия... Все, дома делаете? Нет, у нас сейчас небольшое кондитерское производство, и мы открыли кофейню на днях. А давайте... О, мы вас поздравляем! Давайте начнем с того, как вы начали, поняли, что... Ну вот, это вам близко. Да я уже рассказывала, на самом деле это просто хобби, которое переросло в постоянную работу и уже потихоньку перешло в профессиональный ключ. Каким образом? Ну то есть, кто был первым заказчиком вашего торта? Ну конечно же, друзья. Друзья, ко мне пришли девочки, за деньги сказали, или просто? Сказали, на деньги, делай что хочешь, сделай нам вкусно. И пришлось сделать вкусно. Ну это супер тогда, слушай. Вот, и все как-то, как снежный ком, да? Закрутилось, завертелось, да, и до сих пор как бы хочется закончить, знаете. А сколько? Не могу. А хотите закончить с этим? Эту историю хотите прекрасно завершить? Ну вот, знаете, хочу, не дают, да. Вот, и это все, когда вы поняли, что нужно открывать уже... кондитерский цех. Да, давай, кстати, расширяться. То есть, да, месяц назад я это поняла, когда мы открыли кофейню. А сколько, сколько занимаетесь уже вот этой? Три года. За три года, да. Такой рост? Три года. А изначально да, все делали мне дома? Кажется, что небольшой это рост. Да, изначально делала дома, потом из дома меня выселили, я поняла, что пора перекачивать производство. Один главный вопрос. Сколько дома у вас холодильников? Штуки 4-5. Знаешь, откуда я понял? У меня сестра тоже занимается вот таким делом. Я тебе скажу, даже у меня знакомые снимали, то есть жили они в одной квартире, а снимали квартиру напротив, потому что там... Для холодильников? Да, для холодильников. Да, и вот она тоже в планах сделать свою кондитерскую, ее не будем рекламировать сегодня, потому что у нас сегодня Алена Кейкс. Нет, это, кстати, на самом деле, вот такое хобби, да, которое перерастает потом в профессию, это нереально круто, и это очень... Но вы кайфуете от того, что делаете, это вам приносит деньги, ваш талант монетизирован, у вас есть куча поклонников, вы хотели бы уйти на покой, наверное. Мне больше нечего сказать. Ты бы мог помолчать немножко. Ну вообще, в таком ключе еще никто не брал интервью, мне кажется. Только те люди, которые потом увольняют телевидение. Спасибо, я пошла. Да нет, просто сейчас вот, тоже, знаете, мы общались с ребятами, у нас вот как-то так выстраивался вопрос, потому что у них ответы были, они нас испытывали как ведущих, односложные были. Каверзные вопросы. Да, вопросы были, приходилось задавать развернутые вопросы. Вот, на самом деле, почему вы хотите закончить? Что это, вам не приносит удовольствия? Да на самом деле, монетизировано все на 200%, это дико сложный бизнес и дико конкуренция. Сложный, да, потому что производственный процесс, много нюансов, чтобы просто элементарно соблюсти какие-то правила гигиены и прочее. Сложность в персонале, подобрать грамотных людей, которые эти торты будут готовить, отдавать надлежащего качества. Основная проблема, с которой я столкнулась, это именно подобрать команду, которая работала бы как механизм. В общем, ресурсы. Может быть, да, это, как, конечно, такой небольшой адок, но... Угу. Самое главное, сейчас, знаете, как... Команда была не сладкоежки. Надо брать всех на диете, это уже проверенный способ. Девочки приходят, говорят, мы на диете. Я говорю, ну попробуйте хоть что-то. Нет, спасибо, мы не будем. Мы как бы похудеем. Потому что могут довести торт ненадлежащего вида. Ну всякое. Где-то розочку съесть, а вдруг забыть. Отковырнуть яблоко. Где-то листочек там отковырнуть. Да, и вот в этот кондитерский бизнес очень простой вход. То есть любая домохозяйка, имея духовку, желание, талант, умея печь торт, она выходит, печет торт и, возможно, делает это лучше, чем именно кондитерский производства, потому что она заинтересована в том, что сделать это лучше. Мы сейчас месяц назад открыли кофейню, что за кофейня? С моим коллегой. Мы находимся в Московской области, торговый центр «Весна». Мы там открыли кофейный островок. Мы продаем кофе, сладости с собой, соки, то есть соответствующие напитки. Мы сейчас подтягиваем чаи, очень вкусный бабл-чай. И как бы я хотела отойти от кондитерки, мне не дали. Сыпятся заказы просто в бешеном количестве. Приходится совмещать. Первый месяц отработали, я пыталась вникнуть в процессы, происходящие вот в этом островке, потому что это уже чистый ресторанный бизнес. Я говорила, ребята, я не буду брать заказы, они сыпятся в двойном, в тройном объеме. Ну зачем же отказываться от денег? Нужно просто... Ну вот, и мне сказали, зачем ты отказываешься, если как бы столько сил было приложено, чтобы раскрутиться и начать на этом зарабатывать, когда вот у тебя уже идет чистый заработок, не надо, нужно совмещай. Нужно просто доверенное лицо одно. Да, вот и вот я сейчас... Силы бросить нужно, чтобы найти этого человека. Вот так и получилось на самом деле.
И то есть сейчас я кондитерское производство потихонечку со своих плеч снимаю и полностью занимаюсь производством кофейных напитков. Раз что в месяц будете приходить, это контролировать. Это интересно просто. Вот интересно. Эта кофейная тема, она просто бомбическая. Ну, все маленькое, точнее, все большое начинается с малого, поэтому... Просто очень здорово, в восторге. Вот мы отметили месяц недавно, и с той работы я уже готова не улазить. Я готова работать за продавца, за кассира, и у нас там еще попутно мороженое очень вкусное, за мороженщика. То есть круто, приглашаю вас в гости. Мороженое, куда? Кстати. Куда? В область? Вы прям конкретно можете сказать адрес. Езжайте в Луткарино. Луткарино? Да. Вполне возможно. Я вчера в Ясногорске был, поэтому мне будет забросить. Наверное, поближе даже будет. Я обычно вот смотрю среда, ага, думаю, куда-то нужно выбрать новый город в области. Приезжайте к нам в Луткарино, это метро Котельники, оно ближайшее. Так это рядом с нами. Вот, а вы даже не знали. Там есть торговый центр «Весна», большой классный приличный торговый центр. Мы находимся на первом этаже. У нас просто торговый остров. Там стоят невероятные ароматы кофе, нас все находят именно по этому запаху, да. Это как в мультике был, помнишь? Чип и Дейл, да, за сыром. За сыром, да. У нас там есть мороженое, сладости, которых мне не дают от них отказаться. Меня трясут каждый день. Алена, где сладости на витрину? Хотим есть сладости. Сладости ваши? Сладости наши, да. Это видишь, как один бизнес помогает другому? Да, произошла такая прекрасная диверсификация. Ой, захотелось сладкого, приходите, нужно перевести душу и немного все-таки послушать музыки. Давай. Вкусной и сладкой тоже. Back to лето. Время и стекло. Смотрим. А мы уже начали? Я не знаю. Мы уже начали? Я просто посылаю позитивную энергию. Я посылаю тоже позитивную энергию всем, ребята. Вот Алена, например, посылает сладкую энергию всем. Всем по куску брауни, да, только что. Мы сейчас опасные приняли решение. Вдруг кто-то на диете, а? Да. Давайте. Тому низкокалорийный. Да. А есть низкокалорийный брауни? Вряд ли. У вас есть шанс придумать, потому что это будет наверняка востребованным видом товара, как сказать. Ну, все, я так сказал. Алена, да. У меня вот первый вопрос такой. Насколько вы уже ненавидите сладости? Не ем. Не едите? Нет. Ну, раньше было, да, а сейчас уже все. Прошло. Первая фраза. Сейчас уже все, да? Как у врача на приеме, да? Было и все реально. Вот запарат бил. Ну когда-то себе же вы позволяете вкусненькое, сладкое? Да не могу я себе уже позволить, вот прям совсем баста невкусно мне. Невкусно, вот любую сладость мне принести. Ваше любимое блюдо, что же вы едите? Что у вас в экстаз гастрономический приводит? Зеленые огурцы, рыба. Русская душа просыпается в человеке, да. Отталкиваемся. От этого как бы идем. Все, что связано с мясом, с рыбой, с солеными огурцами. Пожалуйста. Ну а кто поддерживает, кто пробует у вас все вот это вот, кто поддерживает качество? Понятно, то, что технологии есть. Да качество все просто, заказчики поддерживают качество, потому что если какой-то косяк, то сразу вопли и, наверное, это у всех. Вопли. Ладно, а какой ассортимент? Расскажите про свой ассортимент, вот именно сладости, которые у вас есть, что вас можно заказать? Брауни, например, торт брауни, можно заказать? Брауни можно, да, то есть вся современная выпечка, кондитерка, макароны, чизкейки, капкейки, кейк-попсы. Кейк-попсы – это очень интересно. Поп-кейки. Что за кейк-попсы? Это пирожная картошка на палочке в глазури. А, ну да, кэнди-бары есть на мероприятиях, бывает, что их ставят специально, чтобы так съесть, не пачкаясь. Очень удобно, кстати. Есть пирожная картошка, а как называется по-модному пирожная корзинка? Корзиночки, да, были такие. Если картошка кейк-попсы, то это, наверное, какая-нибудь кейк-корзинка. Кейк-баскет. 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 Мэн. Прибавляйте ко всему, знаете, кейк. Изи, think about this. Все просто, ребята. Маза-фаза. Так, ладно. А какой самый часто запрашиваемый сладость? Ну, что, ходовой товар ваш? Приготовьте на свой вкус, пожалуйста. Интересно. Да. А что на ваш вкус? Люди, похоже, время экономят и говорят, ну, приготовьте на свой вкус.
что-нибудь, тортик на свой вкус. С ягодками, побольше, побольше. Побольше ягодок? Так и живем, да. Что больше всего да, любит потребитель? Побольше ягодок? Побольше ягодок, поменьше мастики. И... все. И у вас мастика успешный, не переживай, да? Во-первых, мастика очень удобна, потому что ее обычно ножом не разрежешь. Ну это же все, это пережиток, я считаю, это нужно оставить в 90-х и закрыть эту тему с мастикой. В 90-х? Это в 2000-х вот прям вот гуляла мастика тут. Гулять? А? Что, заглядывает такая к тебе на праздник? Здравствуйте. На торт прикладывается? Не, серьезно, мастики, ну даже вот... Мастика... Да я бы сказал, даже в 2010 просто не так давно переехал в Москву, не знаю, в Москве тут совершенно другие правила. В Пензе я работаю на мероприятиях и очень часто видел там с нулевых по десятые, очень часто видел А я всегда всех отговариваю от мастики. Ну вот у вас, в общем, две коалиции получилось. Да никуда она не денется. Да я не говорю, что я приверженец, я говорю о том, что это очень часто... Нет, уважаемые молодые заказчики, Федор приверженец мастики. Нет, нет, нет. Да никуда она не денется, как заказывали мастичные торты, так и будут продолжать их заказывать. Но все просят поменьше мастики, побольше ягодок, пожалуйста. Ну это кондитер. А ягоды сейчас тренд, наверное, просто, или как? Да тут уже ягоды древний тренд. Сейчас тренд это торт, покрытый велюром глазурью. Но это тоже поливают сверху. Да, но это уже тоже древнее. Тоже отходит, то есть я не могу сказать, что сейчас есть что-то супер инновационное. Но цветы из шоколада, да, фигурки из шоколада, там их лепят, темперируют специальным образом, получаются красивые всякие завитки изящные. Но это тоже не ново, то есть ничего себе. Не, ну все понятно, то, что цикличный и ходит по кругу. Крутым сейчас считается то, когда ты свое мастерство просто оттачиваешь. И крутым, наверное, сейчас считается то, если ты зарабатываешь на этом деньги. Ну, именно в профессиональном ключе работаешь. А вот сейчас модные, популярные, а так делайте, что хотите. Торты. Открытые, ну в плане коржи открытые. Да, да, да. Но это тоже. Эко-стиль, это тоже все. Десятилетняя давность, да, да это очень старо, очень-очень. То есть я не могу даже сказать, что есть что-то такое вау. Может быть, уже просто искушенное. А, хорошо. А, вот, ну, из карамели что-то вы делаете, какие-то отливаете какие-то, не знаю, там фигурки, может быть, я не знаю. Нет, заведомо от этого отказались, потому что я считаю, что это невкусно, грызть кусок карамели. Ну, для красоты, просто для декора. Просто для красоты его потом поставить, сохранить прям на века. А все, допустим, декорирующие какие-то элементы для торта сами делаете? Ну, у нас есть специальный человек, который лепит фигурки, ну, да, вот шоколад. Как раз, да, да, но это разделено, как правило, на производстве. Кто-то печет, кто-то ну, может посуду. Ну, это тоже ваш человек, да? На аутсорс никому ничего не отдаете? Нет, это дохлый номер на аутсорсинг. Во-первых, это невыгодно, а потом... Как ты проконтролируешь условия, в которых человек работал? Пускай лучше это будет сотрудник на твоей территории. Дистанционно, это потом страшно. Дистанционно у вас заказать торты можно? Да, конечно. Люди пишут в Инстаграм, WhatsApp, Viber, как бы все не ново. Делаете ли вы скидку тем людям, которые делают правильное ударение в слове торты? Да, я считаю, что бывают такие, которые... Алена, здравствуйте, нам нужно торты, там, торты заказать. Торты, мы вот... Звонили? Или как звонили? Звоним, мы вот звоним. Звоним, звоним. А, торты-то вы по договору работаете? Вы не по договору? Да, с их не Ой, еще. Я йогуртом капнул себе на штанину, пока с вами болтал здесь. С ихним еще там. С ихним, ёлы-палы, тарифами тут. С ума сойдешь. Это уже в 90-х осталось. Ладно, мы пока просмеемся, а вам... Хотим подарить музыкальное настроение. Внимание, музыка, клип, классные ребята, девчата будут сейчас петь. Это еда пела сейчас. Король подводок. Надо же мне этим на жизнь зарабатывать. Это пели и не мальчики, и девочки, это пела еда. Пришлось мне сказать. Браво! Браво! А вам понравилось? Очень-очень-очень. Все, что связано с пиццей, все вдвойне. А? Видите? Кстати, ребят, зайдем, вдарим по кусочку халяля. Да. Да. Давай. Все, решили.
все свои личные вопросы решили, переходим теперь снова к работе. Итак, Алена, расскажите, пожалуйста, что интересно, может быть, у вас есть какие-то, не знаю, сезонные продукты, которые вы вводите в продажу, потом убираете, чтобы поддерживать спрос, чтобы побаловать, и их потом на протяжении всего оставшегося года ждут ваши покупатели. Есть ли такое у вас вот, в кондитерском бизнесе, или планируете ли вы в кофейнях водить такую практику, если есть она, конечно? Ну, в кофейнях, соответственно, у вас присутствует сезонное меню, летнее, весеннее, зимнее, осеннее, тут уже не удивлю никого. А крошкой? Нему... Весной, да? Да, с кофе это вообще отлично. Как раз кофейня, крошка, то, что надо. На Пасху постное меню. Да, да, но оно все есть, я говорю, проезжено. Летом, соответственно, это напитки с содержанием льда, глиссе, фраппе, коктейли холодные. Ваш любимый, вы сейчас фанатеете от кофе, ваш любимый кофейный напиток? Американо. Хорошо. Стандартный американо, да, без молока. Без молока. А если говорить о сорте кофе, то какой сорт? Я знаю несколько сортов. Я знаю Ристретто. Точно сорта. Это не сорта, брат. Что это? Я останавливаю тебя. Приготовление кофейного напитка. Это напитки, да? Есть арабика, есть еще какие? Ну, робуста, на этом и закончим. Все, на этом закончим. Это ваши любимые. Арабика и робуста, друзья. Вот выяснили, в принципе. Если найдется кто-то другой, да, любитель других сортов, удивимся. Федор, а любитель какого сорта вы? Слушай, я вот на самом деле, как оказалось, может быть, я, конечно, сторонник масс-маркета, но я прихожу в определенные торговые точки, где продают кофе на развес, уже помолотый, там его могут при тебе помолоть, могут отдать в зернах, чтобы ты дома это сделал. Я выбираю помолотый кофе, вот, и с разными пикантами, там даже с банановым ароматом, то есть туда какие-то... Но они же ароматизированные, да, дохлый кофе. Как? Дохлый кофе домой приносите. Дохлый кофе. Я пытаюсь его там сделать ему искусственное дыхание. Нет, у меня всего 13 секунд и все, баста. Это дохлый. Вы поняли, в каких кофейнях я покупаю, в каких точках? Да, я поняла. В дохлых точках. В дохлых точках там. Но они, кстати, неплохо развиваются, дохлые точки. Да, неплохо. Но мне почему-то вот нравится как бы утром ощутить вот аромат ванили. Да нормально. Да вы ванильный парень. Дитя химоза, как кофе. Хорошо, не сладенькие. Можно и так сказать. Что вы скажете? Мы сейчас, кстати, столкнулись с такой... Да нормально, это наоборот нормально. Сейчас как раз столкнулась с такой проблемой, отсматривали сиропы для кофе, и у нас есть сиропы химозные, и нам привезли натуральные. Мы начали готовить на натуральных сиропах, то есть там точно такие же вкусы, вот манго, там фейхоа, мы готовим, нам невкусно. Берем сироп химический, дорогой, классный, отличный кофе вообще, то есть ну тут то же самое. Но здесь борьба идет как раз вот за... качество продукта, наверное, здесь нужно понять, чем жертвовать, потому что приходишь тоже в одни торговые точки, там цвет у колбасы такой сероватый, они туда не добавляют никаких красителей. Понятное дело то, что чего? Знаете, мне кажется, от чего здесь важнее отталкиваться? От того, чтобы вот вы в качестве гостя ушли довольны и вернулись. Вот вы пришли, купили кофе. Ну а здоровье как же? На здоровье химоза не влияет? Разве? Мне кажется, сейчас вообще об этом лучше не заморачиваться. Мне кажется, твоя болячка. Живи, не думая. Это специальный сироп. Болячка вылезет там через 15 лет. Ты... То, что мы сейчас вздыхаем, мне кажется, гораздо хуже того, что вот в сиропах и в колбасе. Ну, это философский такой вопрос, да. Так что пей дохлый кофе и ешь серую колбасу. Я просто, да, почему я завел такой разговор? Потому что я часто бываю на мероприятиях, на событиях, на форумах, которые посвящены именно ресторанному бизнесу и вот, ну, продуктам в целом. Вот, и там постоянно идет вот дискусс на тему того, что вот добавлять или не добавлять. Бывает то, что столовка прибыльнее хорошего ресторана, где готовят полезную, вкусную, ну, пищу, а здесь столовки добавляют какие-то там, ну, усилители вкуса прямо во время готовки, и там больше людей. Мне кажется, баланс надо соблюдать. Ален, у нас, к сожалению, заканчивается наше время. Вот, но... Поэтому приглашайте к себе в Инстаграм, в ваш островок. Приходите в нашу кофейню, да, в наш островок весне. Весна довольно-таки популярный торговый центр. Не только если вы будете проездом. У нас вкусно. С нами сегодня в эфире была Алена Орлова и Алена Кейкс. Алена, нижнее подчеркивание, Кейкс. Подписывайтесь в Инстаграме, заказывайте умопомрачительные тортики. Людей, которые соблюдают баланс, золотую середину, как вот мне говорила мама всегда. Пока-пока, я хочу сказать. Все. Вот так вот. Все, ребята, всем хорошего дня.